Беларусь – страна возможностей и гостеприимства. Ахмат Аль-Айет – врач-интерн, стоматолог, который приехал из Сирии, окончил Витебский медицинский университет и уже больше полугода работает во второй поликлинике города Солигорска. Выбор профессии был не случайным. У Ахмада семейная династия врачей. Все мои сестры и братья, они все врачи. У нас стоматологов в семье нету. Вот, поэтому решил... И решили вместе, чтобы я учился на стоматологии. Вот. И мне сказали, что в Витебске есть хороший университет. И там вообще супер. Очень типа преподаватели. И там обучение типа лучше, чем для меня, лучше, чем других стран. Интересная работа, помощь старших коллег, прекрасные условия труда, график, позволяющий найти время для себя. Ахмат планирует свое будущее связать с Солигорском. Ведь о нашем городе и о Беларуси в целом у него сложились самые хорошие впечатления. Солигорск – чистый город, красивый, спокойная страна, красивая страна. И тут люди вообще очень хорошие, добрые люди. Коллеги уважают молодого специалиста, всячески стараются его поддержать и направить. Ведь ни для кого не секрет, что в нашей стране ценят высококвалифицированных работников и стараются создать для них лучшие условия для труда и развития. Вникает в работу, старается, трудолюбивый. Он у нас распределен врачом-терапевтом, но также работает и хирургом. По хирургии у него получается, есть стремление. У нас не хватает хирургов. Вот. Поэтому я надеюсь, что он у нас останется. Мы приложим все усилия с нашей стороны, чтобы он остался у нас работать. Вот. Работать хирургом. В дальнейшем есть перспектива, что как себя проявит Ахмат. Есть перспектива, что отправим его на курсы по имплантации и будет помогать городу. В третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника. Врачам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть – здоровье. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. В преддверии Дня медицинского работника я хочу поздравить всех сотрудников стоматологии с наступающим праздником, пожелать всем крепкого здоровья и отличного настроения.